Dal wen tsatsa mogo goil i halunsh i tesh biak yamar do inisu yoch to lilu shtrumsh mogo elo en khisantsa kazakh ishki kirgi ishki is ta dosh olsh tsamu qombal bos is desh desh shgosh tuan i modo onach kazakh kirgi ish ta hamser homi veri Сез дах хэрч тлемшкэр аж дэши лэттир нухчи галгай халх ир салам маш дэш дэш оли ак Казахстан мы с тобой породнились навеки Разве можно забыть как суровой военной зимой протестующих В конце недели в новом обращении к народу президент Токаев заявил, что на Алматы напало, цитата, 20 тысяч бандитов. Он подчеркнул, что правоохранительные органы и военные Казахстана для восстановления контроля над ситуацией будут открывать огонь на поражение. На этом фоне бежавший из Казахстана несколько лет назад экс-министр энергетики, индустрии и торговли Мухтар Аблязов, обвинявшийся в финансовых махинациях и возглавлявший из-за границы оппозиционное движение «Демвыбор Казахстана», объявил себя лидером протестов в стране дистанционно. Москва, Путин продемонстрировали вот эту свою решимость поддержать наглядно доктрину, определяющую право Москвы, право Кремля контролировать постсоветское пространство вплоть до применения, так сказать, силы. Так сказать, внутри, как минимум, пространства членов ОДКБ, что, в общем, может помочь очень сегодня, наверное, России вот, в предстоящей баталии, так сказать, переговорной с НАТО и Соединенными Штатами. Как себя, на ваш взгляд, сейчас чувствуют коллеги Токаева по цеху? Я думаю, что все они очень сильно нервничают и уверен, что будут распространяться теории заговора как о внешних силах, которые могут стоять за этими событиями, так и о внутренних силах из Казахстана. Однако, мне кажется, они не учитывают тот факт, что у населения накопилось много злости на нынешнюю элиту. В этих обществах много серьезных социально-экономических проблем, которые были просто затушеваны, но не решены. Они делают вид, что решают социальные и экономические проблемы, просто украшая Астану или Ташкент. Одновременно с этим в странах много молодежи, у которой нет никаких экономических перспектив. Система социальной защиты не работает. Людям обещали лучшую жизнь и реформы, будь то реформы в Узбекистане или в Казахстане, но видно, что реформы не проводятся. Таким образом, я считаю, что проблемы, которые приводят к народным протестам и потенциально к политическим изменениям, в действительности гораздо глубже, и мы их видим по всему миру. По традиции, лидеры этих стран, в том числе России, не видят зарождения недовольства в обществе и стремления к переменам снизу вверх, что очень опасно. Я, безусловно, понимаю, почему некоторые из соседних стран начинают нервничать и вводят более строгие меры и ограничения для своего населения. Например, мы видели в Кыргызстане, а также все чаще и чаще видим в Узбекистане, насколько развитыми стали социальные сети. Я опасаюсь, что на социальные сети будет оказано давление. На официальные СМИ, может быть, нет, но социальные сети достаточно окрепли, и, возможно, мы увидим введение ограничений по отношению к соцсетям, оппозиционным силам и несогласным. Люди хотят, чтобы к ним прислушивались в том, как ими управляют, но усвоят ли этот урок нынешние режимы в странах, прилегающих к Казахстану, я не знаю. Пол, считаете ли вы, что происходящие события каким-то образом повлияют на американо-российские переговоры, запланированные на грядущие выходные? По поводу событий в Казахстане озвучиваются сейчас разнообразные теории заговора. Считаете ли вы, что это может повлиять на динамику переговоров США и России в Женеве? Я уверен, что повлияет. Поразительно также, сколько кризисных ситуаций происходит в странах, являющихся ближайшими соседями России. В Беларуси кризис все еще продолжается. В Украине до сих пор очень горячая обстановка. На Кавказе проблемы никуда не ушли. Очень нестабильно в Кыргызстане. И сейчас добавился нестабильный Казахстан.
Таким образом, список вопросов, которые США и Россия захотят обсудить, либо будут вынуждены обсуждать, очень длинный. Мы обязательно услышим российские заявления о цветных революциях. Это неизбежно. Кроме того, мне кажется интригующим то, что администрация Байдена удивлена происходящим так же сильно, как администрация Токаева и правительство Путина. Видимо, они все сейчас звонят своим экспертам и пытаются проанализировать, что происходит в Казахстане. Но к этим событиям привели внутренние проблемы Казахстана. Причиной были не какие-то международные проблемы, не проблемы извне. Я уверен, что так как некоторые казахские оппозиционеры живут в Европе, эти вопросы неизбежно будут подняты. Во время моей работы в американском правительстве, в Госдепартаменте и в Белом доме, когда возникали подобные народные волнения, для Соединенных Штатов это было таким же сюрпризом, как для всех остальных. И тем не менее, Америку часто обвиняют в подстрекательстве к таким волнениям. Заверяю вас, у правительства Соединенных Штатов нет таких обширных возможностей на местах. Казахстан, мы с тобой породнились навеки. Разве можно забыть, как суровой военной зимой приютили в айнахов казахские снежные степи? Как трещали морозы и кружила пурга, как в землянке замерзали байнахи, как несли нашим детям последний стакан молока и последней лепешкой делились простые казахи. Разве можно забыть запах этого хлеба и забыть, как в далекой стране
عسى أن حور جس الصيون انتظريني.